Какая акула, вы видели? Вот это мы классно, вот это да, мы напугали соседа. Получи, сосед, вот это да, вот это здорово. Папа, прямо к электрическому угрю, вы видели, какой разряд всего засветил, рентгеновский снимок. Вот так тебе, соседушка. Привет, друзья! Итак, новая серия «Тайное присутствие». Поехали, ребята, начинаем игру! «Тайное присутствие». Три монеты минимум, пять максимум. Сосед купается. Круизный теплоход соседа на борту прибывает в Китай. Ольга с сыном идут на пляж. Узнав об этом, влюбленный сосед тут же вспоминает, что он, оказывается, всю жизнь обожал пляжи. Но куда бы он ни пошел, за ним по пятам следует Вуди. Поехали! Ну, как достать соседские каникулы в серии «Тайное присутствие»? Так, это что у нас? Это у нас угорь электрический, он вырабатывает ток для закусочной. Так, здесь у нас что? Так, взяли плавник акулы. Так, смотрим тростник. Тут можно взять что-то. Так, взяли тростинку. Так, посмотрели еще раз, посмотрели, что еще можно взять. Так, сосед у нас купается. Так, что у нас там? Непонятно. Там нечего у нас брать. Посмотрим, здесь тоже нечего брать. Пошли дальше. Так, 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 уходим, уходим, уходим от соседа, уходим, а то он сейчас тут уже пришел. Так. Так, у нас рыба-пила какая-то, да? Тут что мы-то можем взять, что-то у нее? Что можем взять? О, так мы у нее пилу взяли, да? Так, ведерко возьмем, которое можно взять, конечно. Посмотрим дальше, что. Так. Краба, краба, во что мы, как мы, чего мы, как мы, краб выбежал. Так, что мы тут? Ага, вот это да, вот это здорово, водоросли какие-то мы взяли, классно. Поехали дальше. Так, что тут еще можно у нас? Вот, угря возьмем, да, угря, ведерко, конечно, возьмем. Ну как его возьмешь, голыми руками, он же электрический. Так, поехали дальше. Пока сосед купается. Ну-ка, запилим ему. Запилим ему. Он же тут ходит смотреть, упирается. А мы ему запилили перила. Так, мальчишка тут гуляется с подводной лодкой. Сосед у нас пошел смотреть. Ой-ой-ой-ой-ой, уходим, уходим, скорее уходим, уходим. Фу, слава богу. А то опять бы получили от соседа по полной. Так, пока он там смотрит. А, классно! Вот так это бабахнулся! Бабахнулся он там, посмотрел, да, оперся. Ну, достаем краба. Краба возьмем, мы уже знаем, что чем-нибудь его надо выковыривать. Конечно же, держим, держим, держим. Yes! Есть у нас теперь краб. Так, давай приделаем плавник подводной лодки. Чтобы малыш тут погулялся. Так, и пойдем, что же нам тут еще? А, да, 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 нам же надо туда угря упустить. А чтобы уголь хорошо по это самое подействовал, нам нужно напилить эти поручни. Правильно, правильно, все так, все так. Так, ну соседа сейчас напугаем. А, акула какая! Ха, классно! Акула испугала соседа! Вот это да! Вот это здорово, малыш!
малыш напугал соседа. Ну здорово, отлично. Поехали дальше. Так, убегаем, а то соседу сейчас попадем. Так, приходим сюда. Ну, что там сосед у нас? А, ну да, нам же нужно сейчас... Ай, черт. О, бабак, вот это здорово, увидели. Скелет увидели его. Вот это да, рентгеновский снимок получился. Бабахнул уголеком. Так, ну давай, кидаем. Ай-яй-яй-яй, да-да-да, там же сейчас сосед. Сосед придет, ну нельзя, так нельзя. Нужно где-то здесь побыть. Подожди. Сейчас он так спать лег. Пошли скорее. Так. Так, ага, отлично. Отлично, грабли положили, сверху на них положили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не получилось, не успели. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не успели мы. Ай, опять. Не успели мы на грабли положить водоросли. Ладно, пусть он гуляет там с этой штукой. Пусть он идет туда сейчас наверх. А мы пока сделаем грабли. Спрячем ему грабли в водоросли. Так, отлично. Все, ну пошли, уходим. Так, а елки, а краба, а... Так, а куда же краба тут, а? Куда же ему краба-то ложить, а? Ёлы-палы. Так, ага, он ложится. Спит. Ага. Так, пиво хлебает. Ну-ну. Ой-ой-ой, какая у тебя отрыжка некрасивая. Фу! Ха-ха! Получил по носу граблями! Ай-яй-яй-яй! Гуляй! Гуляй, малыш! Так, отлично! Так, что же такое? Что же, где тут еще что можно сделать? Что с этим крабом можно сделать? Куда его положить? Так. Ну посмотрим, что там еще можно взять. Так. Посмотрели. Да что же, тут ничего нету, все уже. Так, уголь там плавает. Сосед на него смотрит. Что же тут еще? Так, палочку опять взяли, тростиночку. Так, надпилили соседу. Уходим. Ой, куда это мы пошли? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Соседушка, да что же это мы так не так как-то? Мы совсем не так сделали. Ёлки, ай, не бей, соседушка, не бей нас, не бей! Ай, получили вот так вот. Ну ладно, звезды ловим. Так, ну пошли, что же там еще? Так, ну краб же у нас есть. А, вот сюда. Да. Ай-яй-яй-яй-яй, опять сюда мы прошлепали и получили от соседа. Ай-яй-яй. Ну ладно, переснимем, друзья. Все сейчас будем делать как надо, друзья. Делайте все за мной, повторяйте, и вам будет счастье. Вперед, друзья. Адские каникулы в серии «Тайное присутствие». Погнали! Так, быстренько спускаемся, берем ведро. Крабик у нас пока ползает. Ладно, заливаем сразу пилу. Есть дело такое. Отлично. Забираем плавник акулей из мусорки. Отлично.
Берем угря электрического ведро. Отлично. Так. Так, 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 так. Что-то мы совсем запутались. Надо же палочку взять. Да, 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 да. Палочку взяли. Идем, бежим, 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 бежим скорее. Берем краба, ловим. Ловим нашего краба. Держим, держим, ловим, ловим, ловим. Ловим. Ох, как тяжело удержать. Но мы все равно, мы молодцы. Есть у нас краб. Отлично. Пошли дальше. Ну, поехали делать пакости. Итак, первая пакость у нас здесь, на мосту. Так. Пилим перила. Отлично. Так, 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 так. Думаю, уже мы сделали. Да что ж мы... Вот, правильно, правильно. Угря запускаем. И убегаем скорее, пока сосед там к нам не спустился. Отлично. Так. Чудесно, чудесно. Забираем водоросли. И пока сосед там ходит. Спрятались, подождали, подождали. Так, отлично. Ну-ну, ну-ну. Так, сосед пошел наверх, а мы пошли быстренько делать ему еще одну пакость. Положили грабли и накрыли их водорослями. Yes! И сразу ложим краба. Эх, елки, не получается. Ну да, мы ж снимаем. Все отлично. Классно. Вот это рентгеновский снимок у нас получился. Вот это да, вот это здорово. Да, получается, сосед, гранату. Так, ложим скорее. Убегаем, убегаем. Краба положили, убежали. Убежали, пока нам сосед. И, конечно же, на подводную лодку мы прикрепляем акулий плавник. Ну, что сейчас будет, сейчас вы все увидите. Итак. Сосед выспался. А, классно, откусили палец соседу крабом. Вот это мы здорово ему построили. И получи, пожиз, гранату полбу по носу граблями. Убирай грабли. Да-да-да, еще искупаться хочешь? Ну, сейчас мы тебе сделаем. А вот тут-то акула у нас. Вот тут-то у нас акула. Ай, испугали соседа. Ой-ой-ой-ой. Вот это да, смотрите, тапок грызет свои злости. Вот так вот тебе покраснел. Вот так вот. Отлично! Нервный срыв получили, засвистели. Итак, в следующей серии у нас будем смотреть. Что мы будем смотреть? Конечно же, да! Конечно же, да, это момент просветления. 6 монет минимум, 8 максимум. И послушный сосед. Соседу так и не удалось завоевать благосклонность Ольги. И даже мамочкина любовь стала действовать ему на нервы. Вот он и отыгрывается на безответном слоне. Но у животных тоже есть права, да и Вуди не дремлет. Итак, 8 монет. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то сейчас будет. А-а-а, на ежа сел, да еще в электричество упал. Вот это да, опять рентгеновский снимок. Ну-ка, собачка, сейчас тебе, ну-ка, ну-ка. Ай-яй-яй-яй. За, я вот так вот тебе с маслом в пустой бассейн. Только так мы можем ему сделать все. Вылазь, сосед, а, позлись, позлись. А то, как ты думал? Да-да-да. Друзья, вот так вот мы будем играть дальше. Приходите к нам, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы быть первыми. Дальше будет еще интересней. Отлично, друзья, мы всегда вам рады, и мы с вами. Пока-пока, всем удачи!